Вечер добрый. Алло, слушаю вас. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Кто это? Евгений, верно? А я вас слушаю, да. Алло. Меня зовут Алексей Иванович Матросов, досудебный отдел Wolfing, коллектив группы компании «Быстрые деньги». Почтовый адрес Ульяновск, Карл Маркс, 13А, корпус 1. Угу. И вы сейчас где находитесь, Евгений? Как-то где, на работе, на дежурстве? На дежурстве, а вы где работаете? В лаборатории? Не понял, что за допрос, молодой человек? Вы работаете там же сейчас? В лаборатории? Там же, где вчера? Сервисный инженер. А? Сервисный инженер, все верно. Ну, можно и так сказать, но мы больше с припоем работаем. Знаете, там, канифоль. Ну да, химия чаще. А что, почему вы спрашиваете? Вам что-то мы сделали и у вас не устроило? Что-то сбой с аппаратурой? Я не пойму. С какой аппаратурой? Вы понимаете, ну, вы звоните вообще, с кем в организацию, которая занимается изготовлением припойного материала. Нашей мы компании. От компании, Евгений, да, мы компанию обслуживаем всевозможное что? Какая компания? Я звоню сейчас на сотовый личный номер телефона клиента нашего Евгения. Есть такая ситуация? Есть. Совершенно верно, да. Я с вами разговариваю, конечно. Ну а почему тогда вы мне говорите о какой-то компании? Я этого не говорил, послушайте. Может быть, вам так показалось в конце рабочего дня, или может быть, я невнятно выразился. Я сижу сегодня в лаборатории, я дежурю, и, естественно, вы мне звоните. Кому вы еще будете звонить, если вам нужен припой? Мы круглосуточно поставляем этот материал. Вы еще раз послушайте. Wolfing Collect, группа компаний «Быстро деньги». Ага. «Быстро деньги». Такое интересное название. Да-да-да, я вас слушаю. Ну, хорошо, «Быстрые деньги». Евгений, клиент нашей организации, вы сейчас меня что, пытаетесь заблуждение ввести? Путем Боже упаси, молодой человек, подождите, стоп-стоп, вы правильно делаете, что меня останавливаете. У меня бывает, у меня натура такая увлекающаяся. Я люблю очень свою работу, и поэтому иногда бывает в дебри лезу. Как к вам обращаться, молодой человек? Меня зовут Алексей Иванович. Алеша, можно? Просто я наверняка постарше вас, можно вас Алеша называть? Я думаю, что вы не намного постарше меня, может быть, даже помладше будете на несколько лет. А, извините, по голосу вы достаточно молодой человек. Ну, так или иначе. Это так, давайте, если вам удобно, чтобы я вас Алексеем называл, так и продолжим наш диалог. И так, какой у вас вопрос? Я не буду настаивать на своей вот работе. Вы спросили, я вам ответил, где я нахожусь, хотя я не понимаю, почему я должен отвечать на эти вопросы. Ну, я на работе, я служащий, я должен, наверное, все-таки подчиняться требованиям клиентов. Если вы наш клиент, вы можете мне задавать любой вопрос? Вы наш клиент. Вы наш клиент. Да, вы наш клиент. Клиент. Вы наш клиент, или вы говорите мне, что вы наш клиент, то бишь я ваш клиент? Вот именно так, второй вариант верен. А, то есть вы говорите, что вы наш клиент. Стоп, секунду, давайте я все по местам расставлю, как говорится у нас у людей от науки, к общему знаменателю приведу. То есть вы утверждаете, что я ваш клиент. Такое может быть тоже, в принципе, да. А мы, когда обращаемся за какими-то ситуациями, потом, так забавно получается, мы были клиентами, потом нашими клиентами становятся те клиенты, которые были нашими клиентами, и мы их были клиентами тоже. Забавная ситуация, все же. Но я вот вообще не слышал, подождите, я в журнале полистаю, быстрые деньги. Что вы у нас заказывали? Каким образом мы стали вашими клиентами, а потом вы стали нашими клиентами? Скажите, пожалуйста. Алло. Евгений. Вы сейчас в полном серьезе вот это все говорить? Вам заняться сейчас нечем? Я сейчас вы вас не понимаю. Вы вечер пытаетесь таким образом скоротать. А что непонятно? Я вам сейчас если быть честным, говорю, я вам благодарен мне за то, что вы позвонили. Действительно, вечер тусклый такой, скучновато уже. Что я должен говорить? Я на рабочем месте, мне за это зарплату в конце концов платят. У меня есть, кстати говоря, чтобы вы знали... Ой, тяжело приходится. Иной раз у меня есть долговые обязательства. Говорю, у меня мурашки. Ой, я понял все. Ой, извините, пожалуйста, Алексей, это же я у вас деньги. Ой, дурачок какой. Ой, обалдую, елки. Так, я вас слушаю, извините, пожалуйста. Я просто заработался с этой диссертацией. Ой, вон от бедокую. Так, слушай, у вас, наверное, ко мне какие-то предложения очередные.
Алло. Предложение, ну, может быть, и назвать это предложением можно. Вообще, это больше требований компании. Ваши документы перенаправили из Курска в Москву. О, являюсь руководителем организации мероприятий по регулированию проблемной ситуации с нашими клиентами. Если вы готовы решить вопрос конструктивно, по телефону договориться о решении проблем без судебного разбирательства вперед, какие проблемы? У вас есть такая возможность прямо сейчас. Да, конечно, если вы не готовы решать вопрос бесспорно, бесспорно. Я всегда за то, чтобы разговаривать и конструктивно. И параллель со мной разговаривать, да. Я понял, что вы любите со мной параллель разговаривать, перебивать вам неинтересно. Ой, простите, простите, вы меня останавливаете, вы правильно делаете. Вы говорите просто так, стоп! Вот так говорите, и все. Потому что меня, я еще раз говорю, я увлекающаяся натура, меня лучше остановить. А потому что потом сложнее. Меня потом надо будет стоп, стоп говорить 2-3 раза бывает. Я такой. Так, слушаю вас. Вы правда считаете это забавным? Что именно? Ну вот сейчас вы проявляете свое тонкое чувство юмора. Да, думаете, ну какой юмор, какой юмор, того, Алексей? Чтобы с вами какой шутить может быть шутки чувство сейчас, юмора? Евгений, ответьте на вопрос на поставленный. Не уходите от темы. Так. Мы будем разговаривать с вами по существу. Хорошо? Конечно. Ну, по существу. Ответьте. А я по-другому не умею разговаривать, я человек от науки. Евгений. Да. Алло. Вы так... таким образом пытаетесь уйти от ответственности, проявляя свое... Чуткое. Господи, я еще не могу понять, какая на мне ответственность лежит. Знаете, как моя мама говорит. Ты вот доиграешься ваша со своими этими... Ваша мама-то в курсе вообще? Да, в курсе она о том, что долги у вас есть, знаете? О, не-не-не, я не рассказываю. У меня мама строгая. От нее, знаете, я до сих пор с мамой живу. Она меня не отпускает никуда вообще. Она мне даже невесту подыскала в свое время, но я вовремя... А денег она вам не подыскала сегодня для того, чтобы урегулировать вопрос проблемный? Нет? Не помогает она вам? Я самостоятельный. Мужчина, я сам эти вопросы все решаю, поймите. У нас вот на кафедре есть студенты. Вы не студенты. Решаете. Вы я же просто решаете. Забыл, я вам говорю, Алексей, я забыл. Что значит, я закрутился. Закрутился. Диссертация, дежурство. Как вот это вот, понимаете, студенты вот эти, рабочие, они до сих пор... Ваши рабочие, ну это ваши рабочие моменты, понимаете, они совершенно меня не интересуют. Так я же вам объясняю, что на каком основании у меня произошла вот эта вот запарочка, сейчас так модно говорить. Просто студенты ходят, они так, я слышал часто говорят, запарочка. Ну, не запарочка. Потому что в данный момент вы считаете это основанием ни в коем для случае. Того, чтобы Алексей, вот произошла такая ситуация. Алексей, ни в коем случае, я готов выслушать ваши предложения. Вы же мне сказали, что можно обсудить. И теперь я вынужден вам, кстати говоря, намекнуть на то, что вы тоже уходите от ответа. Неужели вы не хотите мне это предложение, в конце концов, высказать? Какое предложение у компании «Быстрые деньги»? Да, я припоминаю. Ой, какой я вначале дурачок был. Я забыл, что я... Что-то же у меня... Прекратите бесконечные разговоры свои. Прекратите, Евгений. Давайте поговорим по существу. Давайте. Вы потом можете позвонить своим знакомым, позаниматься вот такими пустыми разговорами. Хорошо, может быть, согласен. Я абсолютно с вами согласен, Алексей. Я еще раз говорю, спасибо хорошо, за то, что вы меня останавливаете, вот, когда меня несет. Несет меня часто. Ой. Ну, хорошо, давайте. Говорите, я вас слушаю. Сколько вы сегодня приготовили денежных средств для того, чтобы решить свою проблемную ситуацию с оплатой долга? Сейчас, подождите. Сколько есть денег по существу? Сейчас кошелек я достану. Подождите, мне нужно посмотреть, у меня мама выдает. Но я сегодня этот беляш покупал, чебурек на обед. Так, 150 рублей, мелочь у меня есть. А сколько надо? Хватит? Евгений, да, слушаю вас. Вы помните ту сумму, которую вы брали? Честно, нет. Честно, напомните, пожалуйста. Не помню. Вот черт меня бесселился с этой диссертацией. Ничего не помню, кроме вот этих формул. Какой диссертации? Что за диссертацию вы там защищаете? Ну-ка, расскажите мне, Евгений. Я пока готовлюсь. Защита у меня будет в октябре. Я вам, кстати говоря, сообщу. Ну, какую тему диссертации? Ну, там все связано с припоями, с химической структурой материалов, сопромат. Очень сложно все. А что? Mm-hmm, а почему понятно. Вы тоже? Вы все подряд перебрали. Ой, коллега, ну, у вас есть какие-то подготовки? Вы все перебрали сейчас, все подряд. Сопромат? Вы знакомы с сопроматом? Надо же, вы думали, только вы единственные изучаете подобное. Просто я привык, что в таких здесь организациях, как ваша, как правило, работают люди от финансов, финансисты.
А чтобы вот люди от науки работали, это для меня новости. Давайте подискутируем, если вы хотите. Сопромат, да, это очень... Нет, немногим нет. Нравится. Немногим нравится сопромат, это таблицы вот эти все. Это я вам скажу, где бы идти еще. Благодаря вот этой вот всей вот этой сопроматовской чепухе я и забыл о своих обязательствах перед вот вашей организацией. Вот так вот. Понятно. Ну и решение для себя какое видите вы из этой ситуации? Выход? Ну что, я думаю, что надо что-то думать. Я привык все раз... А вы знаете, вот у нас сейчас еще... Я вот такое решение, если уж вы спрашиваете, я буду перед вами откровением. Я, ну, достаточно еще такой мужчина, как говорит в мультике, кажется, в рассвете сил. И у нас тут кафедра, и ходят девчули. Они давайте мне говорят, слушай, ты пойди ко мне, скажите, вы... и вот что надо тебе, мы все тебе сделаем. Слышите меня? Да. Да, все они за вас делают. Вы сами за себя делаете. Вы берете денежные средства, подписываете договор. Меня зовут к себе в общежитие, я там делаю, ой-ой-ой. Это я так с виду, может быть, в очочках, да, там с бородой. Ха-ха-ха. На самом деле, как очочки сниму, так ух, ух. Девчули мне говорят, что если надо что... Так а ты скажи только нам, и мы тебе поможем. Я вот думаю, что ли завтра пойти и... Вы мне скажите, сколько нужно копеечек, чтобы этот вопрос притормозить? Притормозить. Чуть-чуть. Притормозить? У вас была такая возможность, вы этого не сделали. Так. Теперь вопрос мы будем решать таким образом. Каким? Либо вы сегодня решаете этот вопрос самостоятельно. Можете же, вы же взрослый мужчина. Да-да-да, я взрослый мужчина, я на самом деле, ох, я, понимаете, снаружи я один, но если вот да ух, понятно, ночью понятно. Во мне открывается совершенно другая но натура. По существу, я вижу, что на данный момент вы вопрос его не решаете вообще совершенно никак. Вы только не-не-не, воздух нет, после содрогания сейчас нет, говорите. Я забыл. Ладно, вы забыли, Евгений. Напомнили, а что? А я вам хотел рассказать. Что, слушайте, вы думаете, что это вот так просто, да, девчонки мои? Не перебивайте меня, еще денег. Раз вам говорю. Слышите меня? Что, не надо денег, да. Евгений. Да-да-да. Слышите меня? Я вас слушаю. Угу. Очень смешно. Да и вообще, вот эта вот вся ваша шутка, она бесполезна. Это ваш розыгрыш вообще, ну, ни к чему. Какой Евгений розыгрыш? Александрович, простите, пожалуйста. Ну, вот такой вот. Вот я сейчас вы так себя ведете. Человек. Я далек от розыгрышев. Вообще, по существу, вы... Я бы не сказал, что вы очень серьезный человек. Вы даже не человек слова. Не, но вы у меня есть, сказать, конечно, нотка веселья, когда мы какие-то праздники закатываем, мне весело бывает. Но я вам скажу, мы иногда и между праздниками себе позволяем. В плане оплаты долга. Слышите меня? Но вы мне до сих пор не сообщили, важно. Сколько нужно денег, чтобы притормозить. Да притормозить вас не получится, этот вопрос. Тогда, чтобы не тормозить, сколько я должен вам отдать денег, чтобы вы от меня отстали и дали мне спокойно готовиться к диссертации. Буду с вами серьезен. Может, где-то даже строг. Скажите. Mm-hmm. Дайте ответ. Вы не знаете сумму вашего долга? Я все забыл, к чертовой матери. Вспоминайте. Тогда я буду вынужден вспоминать еще долго. Минимум до октября. Угу. Я понятно. Вам обещал, я буду строг с вами. Я ставлю пеняйте вас на себя, Алексей. Компания выставила вам требования. Так. Вам необходимо решить вопрос с оплатой долга сегодня. Как она сделать выставила требования? Нужно... Где это видно? Понимаете? Я понимаю вот такие варианты. Если мне выставляют какую-то претензию, мне они сообщают. Присылают буквально бумагу. Приходит человек, сообщает мне об этом. В конце концов, я должен видеть, слушайте что меня, такое выставило требование. Хватит. Объясните, пожалуйста, что слушайте такое выставило требование компания? Компания вам выставила требование. Это я уже слышал. Вам нужно решить вопрос с оплатой долга сегодня. Не-не-не, официальное требование где? Слушайте. Где официальное требование? Это официальное требование. Вот Евгений это голос ваш, это официальное требование. Не, не спешите из меня. У меня девушки мои, когда мы куролесим по ночам, они мне тоже официальное требование говорят, не засыпай, Евгеша, не засыпай, ты еще нам нужен. И мы тебе говорим, это официальное требование. Ха-ха-ха-ха, говорю. Евгений, ай? Вы серьезно вот сейчас да вы думаете, думаете я вас что боюсь, такое что поведение, оно приемлемо? Мое поведение, да, ну нормальное поведение, да. Вы меня вынудили, я сначала был с вами вежлив, потом стрек, а теперь я, знаете что? А теперь я распоясался, вот и все. Повезло вам,
Не повезло вам, Евгений. Ладно вам, мне повезло. Я работаю, занимаюсь любимым делом, в отличие от вас. Зарабатываю деньги. Память вашей регистрации в Сочи не решили вопрос. Телефонным попрошайкой. Телефонный попрошайкой. Еще и идиот. Ой, извините. Алло, Леша. Алеша. Слышите меня, Евгений? Алеша, да-да-да, я тебя слушаю. Ну, хорошо. Давай. Слушайте внимательно. Говори, вам нужно решить вопрос оплаты долга сегодня. Где да, выставлены требования? Далее что? Мы судиться пойдем? Мы пойдем в судебный процесс? Хо-хо. У меня второе образование юридическое. Давай поговорим. Давай поговорим, дружок. Давай. Поговорим. Давай. Приказное судопроизводство будет в порядке. Понимаете? А сколько я там должен, дружок? Сколько я там должен денег твоей, ты быстрые деньги медленно соображал? У меня нет таких друзей, как а вам. А я тебя другом не называю, я дружок говорю, как собачки. Ха-ха-ха, дружок, дружок. Ну и что ты там мне скажешь, дружок? Понимаешь, ты видишь, долг как я распоясался? Ты думаешь, что лаборанты могут быть какие-нибудь такие вот тю-тю-тю? Да я понимаю, что вы за человек. Я понимаю, что вы за человек. Пусть тех людей, просто, которые говорят, они не делают. Вот я как понимаю, какой ты человек. Да. Ты телефонный попрошайка. Можешь только щекой трясти. Ты ни науку не знаешь, ни девки тебе не идут. Вот ты еще дома пилотишь. Ради интереса специально. Прямо слушаю бесконечно. Сколько это может продолжаться? Да? Лёша, Лёша. Бесполезно. Петушок ты свой. А я с мамой живу, мне нельзя, мама увидит, потом по рукам надает. Поэтому я к девочкам хожу. Девочки Евгений, меня любят. В общем, долг сегодня свой оплатить от требования компании. Ничего тебе оплатить не если буду. Если вы вопрос не будете подавать, решать, слышишь? Суд подавай, легко, Леша, со легко, своими сам там быстро, медленно деньги. Быстро соображалки, мировой медленно суд. В порядке приказного судопроизводства. Вопрос может решиться судебный очень быстро. Приказ. На Сумскую по месту регистрации. Да, приедут судебные приставы. Судебный приказ меняется в течение 30 минут, дурачок. 30 минут только я получу судебный приказ официально. Я его тут же напишу заявление об отмене судебного приказа. Мировой судья конечно тут же его отменит на основании 128 и 129 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Понимаешь ты? Ты слышал такие статьи? Вот просто за полчаса. За полчаса я это сделаю. И никакого судебного приказа давайте в помине быть не может. Проверим. А когда ты, дружок, пойдешь со своими шефами, или кто там они у тебя, со своими работодельцами в суд, напишешь исковое заявление, да, я признаю твой договор, ну, просто возьму и разгляжу там признаки кабальной сделки. Понимаешь ты меня? Да. Бесполезно. И судья все, бесполезно. Сколько таких людей, как вы, только сумму долга. Сумму долга. И не более 10%, потому что эта ставка и финансирована. Евгений, понимаешь? Меня интересует ваш долг. Требования компании слышали? Чего? Я ничего не хочу от тебя слышать. Ты, главное, запомни, что я услышал. Я услышал одно, вообще, что ты дуячок. Прощаем. Чего?